Всем привет! Вы на канале в гостях у Андрюхи. Андрюх пошел за хлебушком и увидел там вот такие вот пакетики. Юппи раньше продавалась давным-давно. Зука еще было. Вот увидел Юппи. Дай-ка, думаю, попробую. Вкус тот же или не тот, как был раньше. Один пакетик на 1,5 литра воды. Вот этот вот данный пакетик апельсинового вкуса. Так, мы его сейчас вот так вот раздербаним. А вот здесь вот отрывается сбоку. Апельсиновый вкус. У-ху-ху-ху! Но краситель тот же, как раньше. Так. Разбавляем. Ага. Дальше. Ананасовый вкус. Так. Ананасовый вкус. Выхлестываем. Ух, сразу как. Разбавляем. И абрикосовый вкус. В ананасовом чуть-чуть поменьше было порошка, а в этих чуть побольше. Так. О. Абрикосовый. Разбавляем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А теперь пробуем. О, ну такой апельсиновый вкус отдает. Но лучше разбавлять на литровую банку. На 1,5 литра не очень. Так, попробуем ананасовый вкусик. Вот ананасовый лучше разбавлять на 1,5 литра. Прям такой терпкий вкус. И абрикосовый. Абрикосовый тоже лучше разбавлять на литровую банку. Не такой прям абрикосовый вкус, но чуть-чуть привкус есть абрикоса. Абрикос пакетик на литровую банку. Ананасовый лучше также на 1,5 литра. И апельсиновый лучше на литровую баночку. Так что попить в жаркую погоду, ну так нормально пойдет. Ну и это что, это краситель. Чуть-чуть немного со вкусом. Нормально, в самый раз. Так что пробуйте. Вкус вроде более-менее такой, нормальненький. Но сильно не увлекайтесь, красителей много. Так что всем пока, до новых встреч. Вы что, переключились? Не переключайтесь, сейчас будет один хороший момент. Для всех он будет в самый раз. Кто наблюдал за моим каналом с самого начала, либо середины, либо как, Андрюху увидев в интернете, такую приблуду сделал своими руками. Чтобы набирать кружечку, стаканчик, компотик, я сделал вот такую вот приблуду. Автомат-компот. Короче, вот данная конструкция. Есть у меня на моем YouTube-канале, как я ее делал. Плюс отдельное видео по чертежам данного. Вот этого моего оборудования. Выглядит изнутри оно вот так вот. Здесь оно вот так вот. Итак, заправляем батареечками. Здесь, правда, батареечки есть, но они уже иссякли, так сказать. Тем более, сейчас она у меня на улице была, на холоде. Как схему собирал я ее, здесь тоже есть. И мы сейчас наши аккумуляторные батареечки воткнем сюда. Так. Так.
Вот так вот. И вот так вот. Так, теперь, чтобы нам запустить эту всю конструкцию, нам понадобится вот данная крышечка. Я ее опускаю в баночку. Данную крышечку я эту делал для, получается, ну, вот эти все размеры. Можно и в 1,5-литровую баночку, можно. А вот эта вся конструкция под 3-литровую баночку. И компотик вытащили из погреба, с подпола, холодненький. И сюда вот мы ее ставим, нашу баночку. Так, далее. Вот так вот. Нужно нам здесь заправить вот сюда вот в дырочку, чтобы у нас поливалось. И вот этот вот маленький шлачик, мы вставляем его в моторчик. Так. И теперь нам нужно закрыть вот крышечку. Можем ее вот так вот чуть-чуть прикрыть. Закрываем крышечку. Вот так вот. Так вот, так вот, так. И теперь бежим за кружечкой. Кружечки нет. Взяли мы стаканчик. Так. Подставляем и включаем. Должна она у нас заработать. Все, ребят, в порядке. Я уж думал, капец. Сломался мой автомат-компот. Оказывается, не сломался. Моторчик замерз. Итак, включаем. Как? Обалденно! Работает! Приятного аппетита! Ой! Подставляем. И наливаем. Красиво? Обалденно! Детям понравится. Во, вообще! Аккумуляторные батареи лучше, чем вот эти вот, такие обычные. И все. Красотища. Можно ее, конечно, вот покрасить, вот эту вот финтифлюшку. Я ее не красил, ну, короче, вот так вот пока она у меня на данный момент. Ну, потом можно будет какой-нибудь там купить клеящие обои. Что-нибудь такое вот такое вот наклеить туда-сюда. Можно тут ушки приделать, там еще что-нибудь. Короче, чем богата фантазия, тем можно ее и обделать, и сделать. Короче, вот так. Понравился видосик. Большие пальцы вверх. Комментируем по данному видео, что вы думаете. Если понравилась вам вот эта вот моя фигнюшка, автомат-компот, то данную вот эту приблуду со всеми размерами есть у меня на канале. 3-литровая банка. Я ее делал для 3-литровой банки. Сюда вот можно вставить. И все будет у вас идеально и обалденно. Давайте, всем пока.